пояснение хочу сказать, что слово, которое я употребил в характеристике господина Трампа, было упомянуто Интерфаксом. Я использовал официальный перевод от Интерфакса. Хочу спросить вас еще об одном человеке, с которым вы работали. С господином Трампом вы не встречались, а вот госпожа Хиллари Клинтон была госсекретарем. И в ответах на вопросы от граждан России вы говорили о том, что есть у вас такая поговорка, что муж и жена – одна сатана. И по-английски это означает, что по большому счету речь идет о двух сторонах одной медали. Что вы имели в виду? Вы работали с ней, когда она была госсекретарем. А что вы можете об ней сказать? Я с ней не работал, с ней Лавров работал. Вот у него спросите, вот он здесь сидит. Я же не был министром иностранных дел. Вот Сергей Ильич Лавров был. Он скоро как Громык уже. Сколько вы работаете уже? Вот. Я работал с Биллом Клинтоном. Правда, очень небольшой промежуток времени. И у нас были очень добрые отношения. Я даже могу сказать, что я благодарен ему за некоторые моменты того, как происходило мое вхождение, что ли, вот в большую политику. Несколько раз он проявлял такие знаки внимания, очень уважения и ко мне лично, и к России. Я это помню и благодарен ему за это. Ну, у госпожи Клинтон, у нее, может быть, свой взгляд на развитие российско-американских отношений. Ну, вы знаете, есть еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, которая не имеет отношения ни к российско-американским отношениям, ни вообще к какой-то большой политике. Это имеет отношение скорее к кадровой политике. Вот я на своем опыте много раз смотрел на ситуацию, которая происходит с людьми до того, как они начали исполнять какую-то функцию, и после этого. Часто иногда людей не узнаешь, потому что когда появляется другой уровень ответственности, начинают и говорить по-другому, и мыслить, и даже внешне выглядят по-другому. Мы исходим из того, что чувство ответственности главы американского государства от головы страны, от которой очень многое в мире сегодня зависит, что это чувство ответственности будет побуждать вновь избранного президента сотрудничать с Россией и, еще раз хочу подчеркнуть, создавать более безопасный мир.